Перестраховаться никогда не поздно. В преддверии Европейской недели иммунизации в Ивановском управлении Роспотребнадзора, а также Центре гигиены и эпидемиологии открыли горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Консультирование граждан осуществляется специалистами в рабочие дни с 9 до 16 часов по телефонам, которые вы видите на экране. Специалистов колл-центра можно спросить о календаре прививок, имеющихся противопоказаниях, наличии вакцины в поликлиниках и получить развернутую консультацию. Горячая линия будет работать до 30 июля. Граждане уже сейчас обращаются. Вопросы самые различные, то есть где можно сделать прививки в рамках национального календаря, какими вакцинами можно привиться, какие противопоказания существуют для определенного вида прививок. Также есть информация, значит, спрашивают, что бывает, если может ли человек отказаться от прививок. Вот такие вопросы идут.